Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». И у нас новый ивент. Так, заканчивается он через 2 дня 16 часов. И называется он «Клад Тиамат». Вступив в древнюю сокровищницу Тиамат, но готовься к тому, что будет жарко. А вот насколько жарко будет, это сейчас мы с тобой посмотрим. Ну что, вначале, как по традиции, мы с тобой пропускаем первые бои. Так, один гем дали, зашибись. Ух, нифига, 61 карточку на загадочного Рафа, неплохо. Кексик. Беладонна и Садопопка, блин. Так, ну что, пропускаем еще. Так, монетки. О, 7 гемов уже получше. Кристалл. Сторожевый глаз. Дальше нам электропопка выпадает. Ураган. О, и грязный гринч, это хорошо. Так, еще пропускаем. Монетки, это все понятно. Так, армор Аркинсон. Почему я его назвал армор, если это амур? Армор. Так, и ух ты, красный огнедых, друзья мои. Такой карточки у меня не было. Или... Нет, была, ребят, по-моему, была. Да, но там была, по-моему, всего лишь одна. Сейчас мы сможем ее прокачать. Так, ну что, двигаемся дальше. Так, монетки, это все понятно. Рыжая Джина. Рабовладелец Мок. Бумеран. Огненный столб. И Леди Лорен. Так, слушай, дальше... Да, есть смысл, ребята, также за кристаллы. Так, ага. Буздыганский Пузи. Раньше его звали Перволинейный. Теперь он стал Буздыганский. Так, Кристалл. Раздраженный Орок. Огненный Столб. И Толстопопка. Блин, вот роботы меня вообще... Вот вообще не вставляют, ребят. Так, монетки. Понятно. Так, Бумзи. Янси. Кексик. Пиратский Ром и Стрелок Полли. Норм, 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 норм. Так, что у нас тут? 29 наивных Буб. Мистер. Головопопка, короче, странный кувшин. И укрепленный стопор. Так, что? Теперь 20, ладно. Давай. Так, телепопка, телепорт, точнее, да, сторожевый глаз, финфиники, Буран Лузи и сердитые Рози. Шикарненько. Так, ребят, теперь, наверное, нам... А, мы получаем с тобой 2500 в копилку. Теперь... Сколько тут? Двадцатка еще, да? Двадцатка. Погнали, наверное, в бой. Погнали в бой. Деда надо, кстати, улучшить. Все. Так, ну что, попробуем вот этой командой. Поехали. В этой команде у нас нет дедка. А вы все писали мне в комментариях: «Рэй, ты проходишь на изи с помощью дедушки этого». Все, нету дедушки, видишь, в этой команде его нету. Попробуем сейчас без него тут разрулить. Так, давай монах. Монах, правда, у меня не прокачан, ну и фиг с ним. Ух ты, Тиамат. Тиаматушка, да? Так. Ну-ка, печеньки, вперед. Ах ты, малявка. А все, поздно, Тиамат. Тебе уже здесь ничего не поможет. Слишком медлительный ты. Так, а мы с тобой победили. Так, смотрим, что нам здесь выпадет. Розалинда. Телепопка. Так, пиратский Ром. Ага, волосатый Андре. Блин, и холодный Франц. Вот холодный Франц, ну зачем он мне нужен, а? И знаешь, что я хотел сделать? Я хотел прокачать карту. Вот, вот эту вот. Слушай, может быть, ее взять с собой, а? В коллекцию? А вместо кого?
Вместо печенюшек? Нет, печенюшки хороши, они отталкивают, ребята. Они отталкивают противника. Это, как говорится, то, что нужно. Ну, а мы с тобой погнали дальше в бой. Ох. Здесь у них кузнец-любовник, короче, да, будет. Плюс этот. У нас в этой команде, знаешь, чего нету, я вот заметил? Стрелков. Вот стрелков у нас здесь с тобой нету. Есть у нас только курица. Ну, можно сказать, что она как стрелок идет. Так, стопер бежит там, да? Ну, давай, 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 давай эти. Оп. Так, минус скелетики. А мне кажется, все, и тема открышка. Мы ее сейчас запинаем. Да. Так все и получилось. Ну что же, награды наши. Так, Бальбоа выпадает нам, ураган. Шутка. И сердитый Рози. Блин, еще две карточки, мы прокачаем эту Рози. Окей. Поехали дальше в бой. Ну, я ничего здесь страшного... А, Гринч у них есть. Но я думаю, что он не успеет им воспользоваться. Этим Гринчем своим. Я вот так вот сделаю, наверное, сразу же, да? Да-да-да-да. Идеально. Так, сейчас мои печеньки будут бомбить. На тебе. Упс. На, кузнец. Больно же. Конечно, больно. Легче пареной репы. Прошли и не поморщились. Так, что нам тут? Торни. Грабительница Гретта. Отмар отшельник. Шутка опять выпадает и сада. Ну зачем мне? Вот дают его целенаправленно, да? Так, а что же теперь-то нам сделать? Даже не знаю. Двадцаточку потратить. И потом что? Активировать. О, блин, чуть-чуть не хватило. Блин, тут тоже чуть-чуть не хватает. Ух, мирная Эрина. Это хорошие карты выпали вот здесь вот сейчас. Так, наверное, нам придется с тобой. Это если по 30, по 20, да? 20 на 4, это получается 80. А так я только сотку. Тогда нам, ребята, выгоднее вот так вот открывать. Пока. Загадочный Раф. Янси. Так, малобюджетный Тони и огненный столб вместе с железной Музией. Давай дальше. Так, монетки, это понятно. Так, ничтожный Джоу. Паучок. Прикосновение страдания. Беладонна. И Брок-любовник. Так себе. Ну, понятно, что деньги. Деньги выпадают, кристаллы. Так, Амур Аркинсон. Янси. Голова-попка. Ольга. И опять Брок. Да что ж ты будешь делать-то? Так, а вот здесь уже 40. 40 на 40. Это уже получается 160. Ой, 100, да, 160. Тут уже, ребята, выгоднее тратить гемы. Так, нам нужно сколько? У нас 38. На 40 я получаю 50 карточек на Сигурда. И Вафна, или как там? Фнафна. Ты понял, короче, да? Так, а у него ураганчик здесь есть. У него есть ураганчик, да, чтобы с моих... И печенька у него есть. Ух ты. А ну-ка. Ага. Смотри, 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 что делает, да? А печеньку почему-то не задел, да? Ах ты жук, ты навозный, смотри. Летит. Так. Франца уничтожили мы с тобой. И теперь уже бомбим по Тиамат. Ну тут без шансов.
не было даже вообще возможности Тиамат тут как-то отыграться. Так, рыжая Джина выпадает. Аркинсон, это уже обычный солдат. Побольше Тина. Шутка и пасхальный зайчик. Все не то. Ну что, забираем, да? Забираем. 50 карточек, неплохо. Так, ну что, у нас с тобой, блин, вот если мы 60% набьем, мы заберем еще 300 гемов. Что-то мне подсказывает, что мы не успеем за сегодня. Ну, ничего страшного, еще завтра будет тогда у нас время. Завтра допройдем, как раз выходной будет. Ну как выходной, будет смена, просто я пойду на выходной, это будет крайняя у меня. Так, тихо, яйцо, хорош. И это тут тоже пузырик идет. Блин, не успели, да? Хи-хи. Да они слабые здесь, ребята, они слабые противники. Я вот не знаю, тут жалко нету ускорения, чтобы по-быстренькому все это пройти. Тиамат слишком как-то добренько смотрится, если честно, да? Дракон этот не такой ужасный. Так, Сигурда и Фафни. Бумеран. И воду Бернадет. Так, продолжаем наши поединки. Что у нас тут? Ох ты. Курыч идет. Так, дракон. У него есть стрелок здесь. Но опять же это все ерунда, друзья. Опять же это все ерунда. Мы сделаем с тобой вот так вот. Раз, два. Если он вызовет своих стрелков, естественно, сразу же тут кислота. Обезьянья. Так, стоп. Да. Серьезно. Кур, тебе тоже пора дуплиться, все. Да, ну тут как-то все быстро очень. Все, запинали. Будь моя воля, я бы все это за кристаллы проматывал бы, если честно. Так, Бальбоа, Янси, Странный кувшин, Ольга и голем Эльфред. Окей. Так, что нам еще? Сколько там надо? Блин, да еще дофига еще нужно поединков. Ну что, давай. Последние, друзья мои, 100 кристаллов я потратил в бой. То есть это 3 поединка у нас всего лишь будет. О, слушай, этот чувак у нас с щитом, по-моему, толкает, если не ошибаюсь. Я толкает. Еще при этом наносит урон. Могу ошибиться, конечно. Так, тихо. Давай вот так, наверное, сделаем. Ах ты, напугала. Сдулась мантия. Давай, печеньки, выходим. О, о. Да, они действительно здесь слабые, они не прокачанные, поэтому с полточка тут разносится. Но именно на этих вот заданиях можно получить достаточное количество карточек. Потому что на обычных событиях, да, вот где мы с тобой проходим сюжетку, там ты столько наград не получишь, поверь мне. Только именно вот в событиях. Так, ага. И Гринчик, одна карточка. Гринчик, там еще 3 карточки, мы сможем его прокачать. Так, поехали в бой. Ну, тут опять же, все первого уровня, абсолютно все. Он уже начинает где-то 2, 3, 4 уровня подключать уже ближе к концу. А так он все время будет 1 уровня их втыкать. Ну и все. Че, серьезно? Нет, не серьезно. Фига себе, 2 зомби тут наплодило. Это воду Бернадет. Смотри-ка, пламя даже употребил. Воу. Окей. Так, вот это вот хмуреныша, пожалуйста, завалите.
Все, закололи. Ну и Тиамат мы с тобой распетрушиваем. Делов-то на копейку. Все четенько. Я вообще не напрягаюсь, ребят. Вообще не напрягаюсь. Так, загадочный Раф. Торни. Прикосновение, страдания. Так, защитник Мэнни. И Брок, любовник. Ну что, у нас получается последний на сегодня поединок. Да. Грустно, конечно, но ничего не поделаешь. И нам нужно с тобой копить именно энергию. То есть завтра я думаю, что мы пройдем с тобой это событие, наверное. Ну, не завтра, так послезавтра точно пройдем. Так, Франц, хорош там баловать. Нормуль. Отлично. Ну и все, и начинаем закалывать, короче, эту Тиамат. С такими, там, с короной, с такими там кольцами. Защищает золото, одним словом, да? Ну, как ты понимаешь, мы это золото стырили по-быренькому. Так, что у нас там? Сердитая бабуля. Угу. Отшельник, шутка и вахтерша Мона. Да. Ну, ребята, вахтерша Мона. То есть нам, блин, ну, сколько тут получается? Три, да? Три энергии. Это мы с тобой заработаем. Через 26 минут одна энергия. Короче, за час копится полностью вот этот столбец. Окей. И потом мы забираем с тобой 300 гемов. 300 гемов мы берем. И доходим где-то вот до сюда. А уже дальше нам придется с тобой ждать накопление энергии и, соответственно, дальше проходить. Как-то так. Я на сюжетку не пойду, ребята, сейчас, в данный момент, потому что, ну, уже время позднее, надо как бы завтра на работу идти, укладываться. Вот, здесь надо будет еще тоже сундучки набить. Так, клановый сундук набивается потихонечку. Молодцы, ребята, набивайте. Ну, а я, пожалуй, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!